Снег, всюду снег. Глава 5. Задача. Андрея отпустили. Полковник Чередниченко предложил его отвезти на машине. Андрей поблагодарил и сказал, что хочет пройти пешком. В приемной его ожидала Светлана. Андрей просил ее никому не рассказывать о случившемся. Светлана возражала. Сказала, что о его благородном поступке должны знать все. Был приятный морозный вечер. Снег, всюду снег. Отсутствие ветра придавало ощущение свежести, а снег, всюду снег, белел, сверкал. Андрей больше всего любил январь месяц и такую безветренную, морозную погоду. Было 11 часов вечера, когда Андрей возвратился домой. Бабушка Екатерина Андреевна сказала, что если он задерживается, то должен об этом сказать заранее. Андрей не мог предупредить. У них не было телефона. Сейчас все привыкли к телефонам. Телефон у каждого в кармане. Какая скука! Можно звонить кому угодно, куда угодно, только отвечать вам не спешат. А в присутственных местах и различных офисах прикрываются автоответчиками. Иногда используют программные средства так, что когда вы звоните, то у вас создается впечатление, что попали по меньшей мере в центральный банк, где у вас фонды и в рублях, и в швейцарских франках, и в евро, и даже в тугриках. Кстати, швейцарские франки – самая стабильная валюта. С помощью Skype, U, Wu или Tango можно говорить и рассматривать друг друга. Из-за превосходной телефонной связи мы реже посещаем друзей и почти не пишем друг другу письма. А если дальше распространять использование видеокоммуникации, интересы приобретут неожиданные обороты с проблемами. Нас спасает то, что мир имеет еще достаточно загадок, и его невозможно познать, и он никогда не возникал, и существовал всегда, и нет ему конца. И, как сказано в книге Экклесиаста, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Однако вернемся к Андрею. Обычно, придя домой после школы вечером, в 6 классе он ходил в школу во вторую смену, после легкого ужина приступал к выполнению заданий. Завтра концерт в музыкальной школе. Завтра урок геометрии. И Гипатия задала интересную задачу. Ее хочется решить сегодня. Гипатия – прозвище учительницы математики Аллы Викторовны Ковалевой. Гипатия – великий математик из Александрии, 370-415 годы новой эры. Алла Викторовна гордилась этим прозвищем. Она была, пожалуй, лучшим преподавателем математики в Киеве. Иногда родители приходили в школу и говорили, что хотят встретиться с товарищем Гипатией. Им объясняли, что это прозвище. Они, вероятно, хотят встретиться с Аллой Викторовной Ковалевой. Родители смущались, не зная, что они смущаются зря. Андрей приступил к решению задач. Он так увлекся, что не заметил, что уже час ночи. Сидел он на кухне, все уже спали. Задача осталась на черновике. Утром проснувшись и сделав зарядку вместе с Михаилом Степановичем, Андрей успел два раза исполнить на скрипке сентиментальный вальс Чайковского. Перед завтраком он и Михаил Степанович имели возможность поговорить с глазу на глаз. Андрей рассказал все о вчерашнем инциденте. Убедившись, что
необычная ловкость Андрея не вызвала подозрений, Михаил Степанович одобрил действия Андрея и сказал, что вчера волей судьбы была предоставлена возможность потренироваться в реальных условиях. В музыкальную школу Андрей пришел на 20 минут раньше. За 20 минут скрипка согрелась. Выступление Андрея было первым. Исполняемое произведение унесло Андрея в Иркутск. Он понял, что та женщина, которая прощалась с ним на вокзале, была его мамой. Ему тогда было 3,5 года, и под влиянием множества событий трудно было понять все. Оставались только чувства, которые никогда не обманывают. Необходимо к ним прислушиваться. Иногда это называют интуицией. На самом деле, это те решения, которые созревают в результате длительного анализа событий, которые невозможно охватить одновременно, и они переходят на эмоциональный уровень. Елену Дмитриевну он называл мамой, а Михаила Степановича он называл папой. Однако по совершенно непонятным причинам обращался к ним на «вы». Раз в год Елена Дмитриевна приходила в школу и возвращалась в слезах, объясняя тем, что у Андрея в школе нет каких-то нужных документов, и что директор такой великодушный и отзывчивый человек, что разрешил Андрею посещать школу без документов, не травмируя его. Как-то на столе Андрей обнаружил странный документ, озаглавленный «Свидетельство о рождении» Андрея Сергеевича Волохова. Там указывалось дата рождения, соответствующая его дню рождения, мать Валентина Дмитриевна Волохова и отец Сергей Васильевич Волохов. Все стало понятным. Андрей как можно скорее вышел во двор, руководствуясь чувством деликатности. В школе был ученик Андрей Михайлович Костин, и он должен оставаться таковым, чтобы никого не травмировать. Только нет ли здесь противоречий? Может быть, это травмирует оставшихся в далеком Иркутске? Как Андрей благодарен этому необыкновенному человеку, Михаилу Степановичу Костину, обогатившему его душу музыкальным развитием и физической возможностью постоять за себя. Однако та чрезмерная сентиментальность, которая сформировалась в его сердце, не находит выхода, находит временное облегчение в исполнении сентиментального вальса Чайковского. И Андрей исполнял и исполнил. Женщины, члены жюри, плакали. Немногочисленные присутствующие аплодировали. Андрей подошел к председателю жюри и попросил разрешения удалиться. Председатель разрешил. Андрей посмотрел на часы в вестибюле. Стрелка показывала без 10:11. И тут он понял, в чем дело. Он исполнил сентиментальный вальс 3 раза. И никто это не заметил, и никто его не остановил. Придя домой, Андрей побыстрее прочитал параграфы по истории и географии. Выучил отрывок из произведения Гоголя «Мертвые души». «Эх, тройка, птица, тройка, кто тебя выдумал?» Позавтракал и отправился в школу. Первый урок был урок русской литературы. Елена Степановна любила спрашивать Андрея. Сегодня, как это часто бывает в школах, ей основательно испортили настроение. Заведующий учебной частью сказал, что ее ученики устраивают цирк, дрессируют птиц с тем, чтобы они пугали учителей и срывали занятия. По этой причине он будет ставить вопрос на педсовете о расформировании класса, и вместо 3 6-х классов останется только 2. Городской отдел образования испытывает недостаток средств, и такая реорганизация позволит сэкономить 28 000 рублей в год.
Это было неприятно, хотя Елена Степановна знала, что Хаскель Масевич не пойдет на это. Он человек мудрый и не будет поддаваться горано. Он эту публику знает хорошо и знает, как умерить их энтузиазм. Елена Степановна вызвала Андрея и без всякой преамбулы сказала прочитать отрывок. Андрей под влиянием особых чувств, разбуженных утром на концерте, прочитал отрывок. Елена Степановна испытала облегчение и хотела перейти к изложению нового материала. У нее не было желания спрашивать еще кого-нибудь, чтобы не нарываться на неподготовленного к ответу ученика. Неожиданно открылась дверь, и вошел директор Хаскель Масевич. Директор сказал, что ему только что курьер отделения внутренних дел Печерского района доставил письмо начальника отделения, и, пользуясь тем, что сейчас в классе урок ведет классный руководитель, он хочет ознакомить всех с содержанием письма. Уважаемый Хаскель Масевич, примите искреннюю благодарность от имени сотрудников отделения внутренних дел Печерского района города Киева за воспитание в вашей школе достойного поколения граждан нашего города в лице ученика 6 А класса Андрея Костина. Благодаря Андрею Костину удалось задержать троих подростков, злостных нарушителей порядка, которым длительное время удавалось уходить от ответственности, несмотря на многократные жалобы жителей района. Благодаря Андрею Костину удалось задержать хулиганов на месте содеянного нарушения. К нарушителям будут применены строгие административные меры, вплоть до выселения их семей за пределы города Киева. Примите мою благодарность за вашу плодотворную педагогическую деятельность. Управление внутренних дел города Киева в настоящее время готовит рекомендации в Совет министров УССР по выделению дополнительных средств для школ, успешно осуществляющих воспитательную работу среди молодежи для обеспечения общественного порядка. Ваша школа в связи с высоким уровнем воспитательной работы имеет самый высокий приоритет. С искренним уважением, начальник отделения Управления внутренних дел Печерского района города Киева, полковник Чередниченко. «Я со своей стороны, — продолжал Хаскель Масевич, — благодарю вас, Елена Степановна, коллектив 6 А класса и Андрея за вашу деятельность на благо общества». Директор пожелал классу успехов и направился к выходу. Все одновременно встали, выражая глубокое почтение любимому педагогу. «Скажите, пожалуйста, — обратилась Елена Степановна к классу, — разве можно после всего происшедшего плохо учиться и нарушать дисциплину?» «Нет! — хором ответил класс. Прозвонил звонок. Все кинулись к Андрею. Никто не решил задачу по геометрии. Задача оказалась очень трудной. Андрей сказал, что она у него на черновике. Он ее перепишет и даст переписать другим. Однако перерыв всего 10 минут. Андрей отдал черновик, и все дружно принялись катать. Раздался звонок на урок геометрии. Гипатия вошла в класс со звонком. Сказала всем открыть тетради и показать задачу. Пошла по рядам проверять. Обратила внимание на движение за спиной и обернулась, с вопросительным выражением лица, глядя на Аркадия Выгоднера, спрятавшего что-то под парту. Это был черновик Андрея. Вновь пошла по рядам. Позади Гипатии смесь шипения с шуршанием, и уже Юра Климов, слегка приподнявшись, на что-то сел. Гипатия обошла класс и стояла у Андрея. «Где задача?» Андрей молчал. «Двойка!» – провозгласила Гипатия. Раздался дружный смех. Гипатия озарилась улыбкой. Все облегченно вздохнули. Сочетание ума, гибкости и прагматизма было формулой Гипатии.